Наградили красного победителя. Он из города Алтайской области. В настоящее время работает спортсменом инструктором по городу Алтайской области. Лучший результат борца третье место на Кересе России, первое место на Кересе России среди молодежи и второе место на Кересе Европы среди молодежи. Его соперник по Кересе Европы сказал старший строго на 7 дней ради разницы. Да, слушай, конечно, победу, на которую я